Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Resident Evil 6. Компания у нас за Джейка и Шерри. Так, я немного не помню, что у нас было в прошлой серии. Я помню, что мы сражались с этим говнюком. Даже не знаю, как его зовут. И все, как бы. Не запускал уже где-то около 2 недель игру. 3 года назад в джунглях Южной Америки, я думал, враги нас окружили. Я знал, что все остальные из нашего отряда были мертвы, а я в бою потерял душу. Этот ублюдок шел ко мне с ножом. Наверное, решил не тратить на меня пулю. Почему ты мне это рассказываешь? Смерть от ножа – последнее дело. Мерзкая штука. Наемники, как я, нас никто не спрашивает, как мы хотели бы уйти. Но ты же сам это, на это подписался, верно? Смерть за деньги – это одно, но мой выбор. Но смерть ни за что – это не по мне. Так что ты скажешь мне, что это был этот гигантский урод. Эта тварь – это то же самое, что и Джава, биооружие, созданное при... Используется террористская организация, которая называется Неумбрелла. Никогда про такое не слышал. Они хотят изучить антитела из твоей крови, и им все равно, попадешь ты их. Лучше бы я остался наемником. Я не позволю им причинить тебе вред. Ты миру нужен. Нет, не я. Только моя кровь. Что ж мир не получит, если хорошо заплатит? Ой, здравствуйте. Прям... Silent Hill вспоминается второй. Я про фильм. Вот реально. Здесь какой-то больной человек. Все это сделал? Ага, сейчас мы... А, ну чуть позже мы должны будем встретиться с Крисом и... Персом. Так, там ничего нету. Там вообще... Ну это что, блин? Алло, чё за халтура, я не понял. Думали, мы не заметим. А мы все замечаем, да, ребят? Мы все можем заметить. О, у меня есть ли... А... Давно же я не заходил в игру. И сейчас мы должны будем встретиться где-то там уже с Крисом и Пирсом. Шерри Биркин, национальная безопасность. Шерри Биркин? Вы были в Раккун-Сити. Откуда вы знаете? От Клэр. Постойте, вы Крис? Сестра мне все о вас рассказала. Крис, это военный преступник, он в розыске. Да, он наемник. Но сейчас он под защитой правительства США. Он не несет угрозы для BSA, если только мне за это не заплатят. Ты что там сейчас сказал? Что? Ничего. Штаб отряду Альфа. Подкрепление может высадиться. Зенитки мешают. Вы должны уничтожить. Я вас понял, отряд. У нас на радаре крупный объект. Он направляется прямо к вам. Поговорим потом, а сейчас в укрытие. А
Отряд Альфа, прием, это Эхо. Эти твари зенитки на нас просто приезжали. Вас понял. Что нажимать. Да ёптерный театр. Да иди ты сюда. Во. Куда там? Опять пробел? И еще один раз надо будет так сделать, если я хорошо помню из прошлой части. Да, Солька, когда я сейчас запускал игру, я заметил одну особенность. Нету режима больше курьями. Ну, этого последнего режима. Ну все. Не. Он легкий. Осталось два орудия. Да ёптерный театр, ты чё живой-то такой, я не понял. Отлично, куда дальше? А что, я с него ничего не убил? Он говнит. Откуда? I'm setting charges on the anti-aircraft guns now, but it's gonna take a while. See if you can buy me some time. Just need a little more time. А, опять? Так чё, сколько там? А, понял. Почему он просто время не пишет?
вам приближается биооружие. Это тот, от которого мы оторвались на девятке червей. Альфа, приготовиться к атаке. Черт, из него еще ничего нет. И у меня тоже патронов что-то вообще нету. Не, я-то знаю, что делать. Я помню. По сути, его 5 раз. А, нет, 4. Да. Забываю, что здесь она сама лазит. Давай! Да ёб твою мать! Ну-н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 у! Давай! Погибай! Давайте! Не, ну это не смешно. А вот теперь я запрыгну и пробегу. Я уже запомнил, какую кнопку нажимать. А здесь же могли еще подленку поставить, что на разные кнопки надо нажимать. А, ты умирать не хочешь, да? Ой. Да ладно тебе! Ой, да! Ох!
твари! Отличная работа, Альфа. Отлично, отлично! А, все? Что-то как-то это было легче, чем в прошлый раз. Я передаю координаты пилоту. Большое спасибо за помощь. Эй! Эй! Мы знакомы? Уж прости, для меня все вы служаки на одно лицо. Да не нарывайся, обознался. Удачи долететь. Ну, мы-то знаем, откуда он его узнал. Мы же играли в прошлую кампанию, но, если я сейчас хорошо помню, мы не долетим, куда мы летели. Но я хотела бы уточнить один момент. Господин Мюллер попросил вознаграждение за свое сотрудничество. $50 миллионов. Да. Да, я поняла. Я ему передам. Ну что, по рукам? Да, по рукам. Кстати, тот парень, с которым ты там болтала. Ты про Криса? Ага, про него. И что он? Да ничего. Да, к нам гость пришел. Доставучий парень. Я не помню, как его тут надо сделать. А, в него пока стрелять не надо. У него бесконечные патроны, он же бот. Ой, мама мия. Вставай. Ой. Ой, бля. Прыгайте в другой вертолет. Ну, уходите. Давай. Джейк. Ну. Давай.
Да слушай, давай ты уже отстанешь. Что происходит? Где Джей? А что делать? Signing up for this. Stay put, you son of a bitch. Take away his options. Shoot the choppers down. Блин, попал. Ханиган? Что за халтура? Какая Ханиган? Ее уже давно тут нету. Смотри, парашют! Да ёперный театр! Кто придумал нажимать в кассенах ёбаные кнопки? Для того они кассены, чтобы ничего не надо было нажимать, чтобы можно было расслабиться. Стреляй в бар! Да я стрельну. Я теперь готов. Долбаные кнопки в катсцене. Не, ну реально, ребят, какой дурак придумал, что надо в катсценах нажимать кнопки.
Особенно это бесит, когда вы играете, например, в четвертый Resident, а на максимальный уровень сложности. Поверьте, я пробовал проходить. Это дичь. Просто дичь. Там так надо нажимать на эти кнопки. С такой скоростью, что только Соник сможет это сделать. Я не знаю, как люди до этого как бы проходили. О, защита Java. Снижает получаемый урон. Ну давайте-ка. Убийца Джава непоколебимый. Снижает отдачу при стрельбе. Ваша рука при стрельбе не дергается. Ага, применить. Подожди-ка. О! Просыпайся, Соня. Пора вставать. Пора мир спасать. Ой, кетчуп что ли? Что мне делать? Вытащи осколок. Нет, ты сечешь кровью. Хорошо. И сейчас мы кое-что узнаем, да? Ладно, но я тебя предупреждал. Напоминает Хален в сериале Киллджойс, также заживала у них. Какого черта? Может, скажешь, что это за хрень сейчас была? Долгая история. Да, может, вакцину стоило подготовить из твоей крови? Уже пробовали. Больше, чем я могла выдержать. А, и за этими флешками, кстати, надо будет охотиться. Что ты делаешь? Данных нет. Каких данных? Твоих. Анализ твоей крови, генома, все, что нам нужно было для разработки вакцины. Нет, то есть то, что за то, что я должен получить мои 50 миллионов. Ну что ж, отправляемся на поиски супердевочки. Все твои данные были записаны на нескольких чипах памяти, их надо найти. В такую метель, да уж. Ты умеешь же с тобой. Ладно, найдем данные, а потом укроемся здесь. Эти данные, которые надо найти, всего было их три чипа, я потеряла их во время крушения. Ой, карта, карта. Как же я скучал по тебе. Вот не хватает в серии Резидента карты. Я честно скажу, я не помню, будет ли карта там в седьмом Резиденте, во второй части. Вообще не помню. Я в демо-версии играл, но это было давно. О.
Пипец тут метет. Че, куда сначала пойдем? Сюда? Ни черта ж не видно. Обходить-то надо будет. На трех данных, да? А что же тогда за флешку она подобрала? Это Джава, которые заключены в кухне. Когда они выплывают, это, в общем, не очень приятно. Слышите, демоны, возвращайтесь обратно в ебаный ад. Пожалуйста. Так, первый отправился. Не вижу его. Опять мечет. Так, а куда нам? А, я понял. За первым мы можем сюда пойти. Мы сейчас тупо обойдем. Молодец! Опа. Ну вот, чисто обход. Блин, жалко тут полностью карту не включить. А карта слегка копирует Revelation. Кстати, не помню, говорил ли, нет, но Revelation мы будем проходить с русской озвучкой вторую часть. На первую Revelation тоже делают русскую озвучку. Но это будет потом, и тем более мы уже ее прошли. До сих пор они толком озвучили первую кампанию. Идите сюда. Ну, дурачки. Да сколько вас, объясните. Не, ну это не смешно. Подождите-ка, что за фигня? Я же забрал там. Не, это прикол. Я же, по-моему, забирал. Found one.
Just two more to go. If we find them, the hypothermia sets in. А чё они только так респаются? Они чё, бесконечно? Я чё-то не понял. Да не может же быть такого. Вот объясните, откуда вы все ползете? Они реально ползут только так. Объясните мне, что за фигня? Ну что, шахта завалила? А, нет, здесь можно проползти к этой шахте как раз. Хотелось бы всю локацию изучить, но походу не по... А, не. Так, и так, придется изучать всю локацию. Вот опять где-то кто-то ползает. Мне как раз надо сейчас серию, блин, закончить. Я не понимаю, чё они респанятся? Не-не-не-не-не-не-не, пойдём отсюда. Ни черта ж не видно. Бля, надо вернуться туда. Я там много всего видел. Да, нам туда, но... А нет, оттуда мы пришли. Я хочу опять туда. Не-не-не-не-не-не-не. Я хочу. Какая, сука, мразь! Нет! Я хочу опять прокатиться, но не дают мне. Она просто взяла и прыгнула. А? Тут просто специальные разъемчики, через которые она любит прыгать. И сейчас.
сейчас нам наверх. А пока, знаете, пока чисто тихо, спокойно, давайте пока закончим. Потому что время так и так под... Там что-то валяется. Ну, они там в основном, я не знаю, откуда они там появляются, респанятся, но они бесконечны, короче, там, походу. У меня другого просто идеи нет. Либо их просто много, либо они реально бесконечные. Ну, как бы так. Ну, а пока давайте продолжим уже в следующей серии. Спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.